первых увиденных нами в Таджикистане гусей. Вообще, как мы выяснили, гусеводство не пользовалось в Таджикистане популярностью ни в советские времена, ни в постсоветские. Мы в институте писали со специалистом по птицеводству небольшое интервью, ссылка на которое находится вот здесь. И в этом интервью говорилось о том, что гусеводство и утководство не пользовалось спросом в Таджикистане. То есть, по большей части, это декоративная птица здесь. Вот. И для любителей гастрономической, скорее, направления гастрономического. А здесь мы видим бронзовая индейка. Это у нас индюк. Как всегда, в своем пацанящем репертуаре. Он воспринимает нас как конкурирующих самцов. Он вот эту не любит. Красный. Да не, он на самом деле не любит. Вот сейчас я руку подниму, он не подойдет. Это его девчонки. И серокрепчатые цесарки. Я ухожу. Победил. Две палевых индюшки. Три серебристых. Вон белый волк. Волжская белая цесарка. Вон. Ну, волжская, не волжская. Будем считать, что белая. Уж какая она. Белая, да. А что? Уж какая она волжская или коферниганская. Тут никто не знает. Но официально порода белой цесарки, она вывезена, вот называлась официально волжская белая. Таджикские индюки, как и российские, за зелень родину продадут. Зелень – самая любимая еда.